Сергеевна. Пожалуйста. Видите, какая она бодрая на шпилечках. Просто прелесть. И осиная талия. И спинка, как у балеринки, стройная. Интервесса, да? Да. Сейчас дирижер даст палочку, да, обязательно. Дмитрий Петриенко, изумительный ансамбль имени Зыкиной. Музыканты блестящие. Что это такое, но послушаем оркестр музыкальных мам. Играли лишь под балахом,
поживем на белом свете. Оркестр, музыкальных мам, и каждый вечер мамы эти играют польку по складам. Теперь обед мы варим сами, мамы с улыбкой следя, как молодеют наши мамы от мандарин не отходя. Давно погасли в доме споры, их не услышите опять, а наши мамы смогут вспомнить турецкий марш без нот сыграть. Та самая вещь Людмилы Ядвы, о которой уже говорили в очень возвышенных тонах. Итак, Крыгина. Ну, мы командовать начали уже о Есенине. Ну, тогда командуйте сами. Да, секундочку, Людмила Алексеевна хочет несколько слов сказать. Вы знаете, что Надежда Крыгина приготовила мою песню, недавно записала с оркестром на Сиди Лазарева, он сейчас слушает из Америки. Называется она «Воспоминания о Сергее Есенине». Поет Надежда Крыгина. Спасибо. Рязанским дорогам наш Есенин идет, а над полем звезда.